17 июня Ильшат Гафуров подписал соглашение, открывающее новые перспективы совместных исследований. Ректор КФУ обратил внимание зарубежных коллег, что в Татарстане в качестве приоритетных научных направлений исследований обозначены медицина и агротехнологии. Теперь же исследования получат развитие в Казани. Георг Шпренгер согласился с возможностью формирования на базе КФУ совместного исследовательского центра. Подписывая документ, ректор КФУ выразил уверенность, что соглашение уже в ближайшее время будет наполнено реальным содержанием. Тем более, что начало тому уже положено. Адель Шамилова, Универньюз.